Наряду с инфекционной больницей по приказу Минздрава в Первой городской клинической готовится перепрофилировать 250 коек для больных коронавирусом. На втором этапе с 23 апреля будет подготовлено еще 750 мест. Подробнее расскажет Луиза Раджабова. Городскую клиническую больницу готовят к приему пациентов с коронавирусом. В клинике уже начались подготовительные мероприятия. Медучреждение переводится на особый режим работы. Один корпус уже освобождается под прием больных COVID-19. В нормальном режиме больница может принять свои стационары порядка 1000 пациентов. Пройдемте, покажите нам, насколько готово отделение. Это какой этаж получается у нас? Это у нас второй этаж. Сейчас мы находимся в процессе подготовки. То есть пациенты, поступившие к нам с первичным положительным результатом, соответственно, поступают в отделение. Тут у нас находится палата реанимации. Она предназначена для пациентов с тяжелой степенью, то есть тяжестью. Пациентов, которые нуждаются в даче кислорода или которые нуждаются в аппарате искусственной вентиляции легких. Палата рассчитана на, как вы видите, 6 коек. Соответственно, возле каждой койки у нас мониторинг, который будет проводиться круглосуточно, и, соответственно, аппарат искусственной вентиляции легких. Возле каждой койки реанимационного пациента у нас находятся, видите, кислородные точки. То есть все койки оснащены соответствующим оборудованием. Это костюм, я так понимаю? Это противочумный костюм. Угу. Есть ли какие-то правила, как его правильно надевать? Расскажите нам, пожалуйста. Начинается обработки с рук. Теперь вы присаживаетесь и одеваем этот противочумный костюм. Угу. Обязательно это полностью комбичево. Снизу хорошо, если будет колпак. Одеваем перчатки стерильные. Обязательно нужно так, чтобы не была видна кожа. Закрывать перчатку. Вот так вот. Так, одеваем халат. Одевайте так. И повязки обязательно должны быть с левой стороны. И не затягивайте сильно, да, бантиком, чтобы легко можно было развязать одним разом халат. Обязательно должно быть полотенце с смоченным концом дезраствором. Угу. Восьмислойная обязательно внутри должна быть. Мы ее одеваем прощевидным образом. Ну что ж, вот мы и примерили костюм противочумный. Достаточно тяжело здесь дышать, жарко. Но именно такая спецодежда уменьшит риск заражения медицинского персонала. По приказу Минздрава с 3 числа этого месяца мы разворачиваем на первом этапе корпус на 250 мест и плюс хирургическое отдельно стоящий корпус. Вторым этапом, это уже с 23 апреля, мы разворачиваем еще 750 коек. Для того, чтобы осуществить прием больных на 250 коек терапевтического профиля и все остальное хирургического профиля, коллектив в составе всей больницы 1500 человек, мы готовы. Конечно, это не все 1500 медицинского персонала, но до 1000 человек у нас сейчас готовы. Мы не являемся пока основной базой для принятия этих пациентов. Первая база, которая принимает на сегодняшний день уже пациенты, это инфекционная больница, которая развернулась на 320 коек. Вторым этапом разворачивается. Второй этап – это на 250 коек. И если понадобится, то всю нашу клинику по 1000 коек мы готовы развернуть на базе нашей больницы.